Всем привет! С вами Андрей Сонар. И сегодня мы проводили испытание нашей новой лодки, которая имеет пока что сложное название «Фишка Light NDND TPU». Это означает, что это очень легкая лодка с надувным днищем низкого давления, баллоны которой сделаны из термопластичного полиуретана или ТПУ. Не побоюсь сказать того, что, пожалуй, это самая легкая надувная моторная лодка с надувным днищем низкого давления в мире. Ее характерное отличие от других надувных моторных лодок в том, что сзади корма сужается. Это, как показали сегодняшние испытания, улучшает ее характеристики при перемещении в водоизмещающем режиме. Технические характеристики. Длина 310 см, ширина 130 см, диаметр баллонов 40 см, масса снаряженной лодки без мотора и весел в зависимости от типа сидения от 10,5 до 12,5 кг. Результаты испытаний нас очень обрадовали, и лодка будет запущена в серию в самое ближайшее время. Ну а теперь посмотрим, как проходили испытания. Погнали! Погоди, сейчас пока скидывать не будем. Сейчас ее надо поднять и показать народу, что это легчайшая НДНД лодка, которую можно таскать с собой. Ну, с мотором. С мотором? За что ее тут поудобнее схватить? О, давай, раз, с собой на плечо и понесли. Она там что, веслом упирается? Веслом нечестно. О, даже Юль, наверное, поднимет. Да, все нормально. Вот так. Все, Юля, вес взят. Нормально? О, как ее еще можно. Новый тип передвижения. Дергаем за кресло. Слушай, для двушечки-то скорость хорошая. Сколько? С банки 11, вперед смещаюсь. А сколько? 14. Близко. Ага. То есть ты как бы со своей тушей 90-килограммовой чуть-чуть еще и наглиз бы на двойке вышел. Практически 100. Практически 100. Я, честно говоря, не ожидал. Это результат. Поеду? Ну, сразу ты поедешь в Игоря, но он как-нибудь удержит две лошадки-то. О! Теперь тебя надо отсюда вытолкать. Желательно ехать против ветра, чтобы если что тебя сюда Дай! Заштурвал главный конструктор. Или ведущий. Или как там? Нет, это начальник всех конструкторов тайм-триала. А, да. Да. Начальник начальников конструкторов. Начальник конструкторского отдела все, за веслами. Коробка нормально. Ой, ох, как еще. Не, нормально. Посмотрим. И вперед-вперед надо это. А я надо. Я этого не объяснял. Потому что так поднимем. Прямой после. Почти, почти, почти. Но, ну, легла. Чуть-чуть еще вперед. Видишь, волна ушла, уже фактически легла. Вот и легла. Неплохо. Волна ушла.
А это ветровочка всего. Да. Очередной смертельный номер 9,8 на фишке. Сколько там? Там 41,2. Не, вот пятерочка бы, конечно. Вот пятерочка, да. Так можешь сымитировать полгазика на этой. А, так это Global, нормально. Испытали сегодня новую лодочку. Фишку Light NDND. Несколько слов от нашего уважаемого испытателя Альпера СПБ. Ну что, по двумя силами все очень достойно. Все так, как и задумывалось. Так, как и должно быть, корма не проваливается, ход уверенный. Есть моменты, которые понравились, есть моменты, которые не понравились. Все, говори, что не понравилось. Что не понравилось? Не понравилось то, что, ну, вот это сюда не встало. Вот что не понравилось. Вот это сюда не встало. Хотел нормально покататься под 9,8 лошадиных сил. Тонкий транец, тонкие накладки. Пришлось добавлять это накладку. Я понимаю, что это тестовая, но ты просил говорить все как есть. Да, вот так все как есть. Все как есть. Тем, кто будет вешать сюда не двоечку, троечку, а пятерочку, если транец в севе останется 15-м, сразу... 12-й транец. Да. Я думаю, 12. Мы сразу сделаем 18-й. Это добавит буквально 300-400 граммов вот при такой ширине. Ну, нет, если останется такой транец, и кто-то будет брать это под пятерку, сразу рекомендую до выхода на воду просто промерить, затянутся ли у вас струбцы на мотора на трансе, и все. Транец выдержал. Фанеру сушения вырвало, с баллонов ничего не отвалилось. В режиме пятерки, то есть на скоростях где-то от 19 до 25 км в час, все чинно, все достойно. Единственное, за счет скосов баллонов в корме с поворотами в полный газ надо поосторожнее. Но тут вот сразу хочется сказать про то, что лодка имеет скошенную назад корму, вот которая как бы не понравилась Игорю как гонщику. Но зато это очень большое преимущество в водоизмещающем режиме. То есть лодка под маленькими моторчиками имеет лучшую гидродинамику в водоизмещающем режиме. Куда могу вот это рекомендовать? А тем, кто ездит с электричкой на тот же Финский залив, на парового судака, вот это уже можно брать. Вот ты приехал до платформы Бронко, тележечку свою выкатил к берегу, на тележечке у тебя вот это и моторчик. Силы 2-3, больше не надо. Баллон уже позволяет не бояться легкой волнишки. Понятно, что куда-то в серьезную погоду суваться ну не стоит. Вот. А посидеть, поджиговать своего судачка или даже подорожить, тут уже вполне себе вариант. Причем в водоизмещающем режиме очень удобно было на кресле. В плиссирующем режиме пересаживался на пуфик и на палубу.
что еще сказать? Здесь уже вариант с интерцептором. Сейчас по результатам отката немножечко добавим угол атаки интерцептора. Потому что даже под ту же двоечку, троечку просится слегка увеличить угол атаки. Понятно, мы тут о глиссировании не говорим, о полноценном. Ну, как сказать, все-таки, наверное, можно сказать, что где-то, если брать моторчики даже до 5 лошадиных сил, например, ту же самую, там, 3,5, это уже, как бы, задаток на глиссирование. Нет, я думаю, что тут уже и на троечке будет глиссирование. О, но надо понимать, что это будет глиссирование на наноскоростях. То есть это будет... 18, 21, 22... Это уже не переходный режим. Не, вот на этом уже можно выйти в Финский залив, посидеть, спокойно порыбачить. Да, уже не страшно, не зальет. Все-таки 40-й баллончик, это уже нормально. С вами был Андрей Санар и Игорь Альпер СПБ. Всем пока!